Нарежечки. Рокерская жизнь. Экономистом. Да это вообще, какой экономист? Нахуй это нужно? Братанчик, нужно руками работать. Руками нужно работать, что-то делать. Ты профессию себе какую-то нормальную возьми. Без профессии ты никто, и звать тебя никак. Ты руками должен что-то делать. Вот, ты либо говночист, либо какая-нибудь у тебя автомеханик. Что-нибудь. Ну, мужские, работа какая. Пошли, дизайнеры интерьера.